Башня Ижмаша, визитная карточка Ижевска, может стать технопарком. В 1815-м это было уникальное промышленное здание. Сегодня памятник культурного наследия нуждается в реставрации. Денег государственных на это нет, задача найти частные. Потенциальным инвесторам сегодня устроили экскурсию. Проект реставрации есть только вот на крышу. Башня Ижмаша, индустриальный техникум, генеральский дом, завод Бодолева. Так должны преобразиться исторические здания вдоль набережной, став частью большого проекта «Ижевский завод». На круглом столе в рамках бизнес-моста представляют этот проект. В освобождаемых корпусах Ижстали и концерна «Калашников» будут размещаться стартапы и межвузовские научно-промышленные центры. Это новый технопарк. Срок реализации проекта 5 лет, объем инвестиций 25 миллиардов рублей. Шансы у проекта высокие. Общероссийский тренд импортозамещения и развития промышленности Ижевску – это только на руку, уверены эксперты. С одной стороны, военные задействуют огромное количество гражданских технологий, тех самых стартапов, беспилотников, там, не знаю, еще чего-то. У вас целый кластер беспилотных систем, кстати, создался недавно. А с другой стороны, наоборот, то есть военные компании, да, сейчас, они обязаны тоже наращивать производство гражданское. Ижевский завод может стать площадкой для промышленных экспериментов, преображая среду города в целом. Как в Сарапуле, благодаря туристическому проекту «Камский берег» воскресает исторический дух купеческого города. Ветхие памятники культуры город продает инвестору и только выигрывает. Составляющей частью и конкурсной документации, и договора купли-продажи является наличие охранного обязательства. Там прописываются все требования и все обязательства будущего собственника по сохранению и восстановлению данного объекта. В Удмуртии положительный опыт инвестирования в городские площадки, когда разрушенные и заброшенные здания получают вторую жизнь и становятся точками роста, есть. Задача – его тиражировать. Глава Удмуртской республики в своем инвестиционном послании поставил задачу конкретно по инвестиционным площадкам начать активизировать работу. И, безусловно, я думаю, такая практика у нас будет продолжаться. И конкретно с инвесторами объезда инвестиционных площадок подобного рода встречи. За последние 5 лет в экономику республики было привлечено 380 миллиардов рублей инвестиций. Цель – приток частного капитала увеличить. Бизнес-мост – один из способов представить возможности Удмуртии. Марина Баль, Юрий Зеленький, телеканал «Моя Удмуртия».